Певица Ирина Отиева возмущена подлостью Андрея Малахова и его съемочной группы. На днях в шоу «Прямой эфир» вышел сюжет под названием «Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти». В передаче рассказали, что певица пребывает в депрессии, спивается, считает, что все ее предали и уже купила место на кладбище. В шоу показали фрагменты интервью с Ириной, снятые в домашней обстановке. На них певица действительно жалуется гостям на жизнь и предлагает им выпить. Но Отиева не подозревала, что гость ведут скрытую видеосъемку. В тот день она ждала дочь и подругу, поэтому без вопросов открыла дверь. Узнав ребят из команды Малахова, она предложила им зайти и, как настоящая армянка, не могла отпустить без угощения. По ее словам, Ирина встретила журналистов с температурой, в ночной рубашке и без макияжа, что сыграло на образ алкоголички в депрессии, как ее изобразили в передаче. Одновременно журналисты пришли и в квартиру ее мамы, сказав, что хотят задать пару вопросов с разрешения Ирины, которого она, конечно, не давала. Отиева говорит, что в шоу все переврали. Да, депрессия была, но 10 лет назад, когда все от нее отвернулись, а сейчас у звезды 90-х все хорошо. Ирина была так возмущена, что завела Инстаграм. На первом же фото счастливая певица в обнимку с красавицей дочкой и мамой. И на нем она совершенно не похожа на алкоголичку. Теперь Отиева задается вопросом, с каких пор Малахов стал травить заслуженных пенсионеров? А что вы думаете по этому поводу?